Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Сегодня вход в арену «Омск» свободный. У любого болельщика есть возможность занять любое понравившееся место и понаблюдать за игрой звезд мирового хоккея. Хотя в континентальной хоккейной лиге сейчас перерыв, но у любви болельщиков к «Авангарду» перерывов не бывает. Оказаться на открытой тренировке любимой команды много желающих. На арене занято почти 2000 мест. Упустить редкую возможность заглянуть на хоккейную кухню болельщики не могли. И если на обычной тренировке хоккеисты иногда дают себе расслабиться, то сегодня такого права у них нет. Ну, необычно. Народ сидит, как-то кричит, болеет на тренировке, на обычной. Как бы. На тренировке на вроде то там отрабатываешь, стараешься, чтобы... Ну, где-то даже пропускаешь, но стараешься сделать правильно, отточить движение, чтобы в игре получалось. А тут как бы все-таки народ смотрит, охота, чтобы и ловить шайбы, но в то же время и тренировка, и бросков много, и усталость, ну, как бы необычно. Открытая тренировка завершилась серией буллитов. Хоккеисты отправились в раздевалку, болельщики поспешили в холл. Время автограф-шоу. У киосков с фото – ажиотаж. Всего их отпечатали более 3500. Тимофей Карцев ко встрече с хоккеистами приготовился основательно. Отпечатал снимок со своим изображением. Хочет, чтобы на нем появилась роспись Эдуарда Рейзвиха. У него получается ловить хорошо в ловушку и блин отбивать. И еще он... может сделать очень хороший сейф. Через полчаса хоккеисты вышли к своим гостям. Атмосфера для них пока непривычная. Это в НХЛ подобные встречи – повседневная практика. А в России «Авангард» пока первый и единственный клуб, вышедший на новый уровень отношений с болельщиками. Мои кумиры дают мне автографы, можно с ними сфотографироваться. Мне как, ну, нравятся такие мероприятия очень. Завершился день «Авангарда» в пресс-центре клуба. Петри Матикайнен ответил на все вопросы поклонников омского хоккея. Болельщики пожелали команде удачного выступления в сезоне. Перерыв в КХЛ заканчивается. Для «Авангарда» уже в эту среду. 14 ноября на арене «Омск» матч с магнитогорским «Металлургом». Интерес к этой встрече большой. А мячи ждут приезда звезды мирового хоккея Евгения Малкина. Ольга Свединская, Сергей Колганов, Юрий Березов, ГТРК «Омск».